Отец был шофером, умер в 50-м. Ранен был тяжело. Ну, а дед? Ну, дед кубанский казак, атаман. Жуткое дело, шрам через все лицо. Да, интересно, интересно. Ну что ж, Виктор, я рад, что вы ко мне заехали. Еще раз поздравляю. Диссертация ваша замечательная. Спасибо, Андрей Васильевич. Будем ее двигать, печатать и все такое прочее. Спасибо. Есть у вас, правда, там дурацкие выражения. Я подчеркнул, посмотрите и исправьте. Хорошо. Между прочим, умных людей гораздо меньше, чем мы себе представляем. А независимых и смелых тем более. Ну, а теперь все. Сейчас моя внучка Катя напоит вас чаем, поезжайте с Богом и дайте мне отдохнуть. Катя! Андрей Васильевич, я бы вас хотел попросить отложить мою защиту. Отложить? Почему? Случилось что-нибудь? Случилось. Я собираюсь в тюрьму. Что за бред? Действительно бред. Я совершил наезд. Женщина умерла, бабушка умерла, я превысил скорость, меня судят. Ну, в общем. Ну, надо же что-то предпринять. Ведь что-то делается в таких случаях. Все делали, что делается в этих случаях. Ну, и что? Я, конечно, понимаю, дело серьезное, но не садиться же в самом деле. Это же смешно и грустно. Смешно и грустно. Вот так все сложилось. Все сложилось. И мне кажется, не надо от этого бежать. Лучше не бежать. Что за бред? Вы что, устали, Виктор? Что с вами? Устал. Вы что же, всерьез собираетесь в тюрьму? Ну, может быть, я для вас должен что-то сделать? Вы скажите? Нет. Нет, нет, нет. Нет. Смотрите, какой отчаянный. Это прямо ваш казачий атаман вас заговорил. Да вот разве что. И надолго вы собираетесь? Не знаю. Думаю, что нет. Не очень. Мне нечего вам сказать, Виктор. И все же я желаю вам... Спасибо. А это кто играет, вы? Это моя внучка, Катя. А нельзя я сюда, вашу внучку, Катя? Зачем? Вы что, хотите поиграть? Ну, если не возражаете, вместо чая. Пожалуйста. Катя!